первое впечатление позитивное, автомобильчик понравился. Я думаю, он отлично подойдет для тех, кто подыскивает себе городской автомобиль за разумные деньги. Очень хорошо, что есть модификации как с полным, так и с моноприводом, потому что не всегда для такого автомобиля, который большинство времени ездит в городе, и не всегда нужен именно полный привод, поэтому зачем переплачивать. Вот. Ну вот, внедорожная трасса очень интересная, позволила прочувствовать такой внедорожный потенциал, в принципе нормальный, то есть езжая где-то на пикник, в лес, куда-то подальше от асфальта, то в принципе даже на моноприводе мы себя чувствовали вполне нормально. Если говорить о экстерьере и интерьере, то экстерьер более такой яркий и интересный, чем интерьер, интерьер уже поспокойнее. Но, в принципе, соответствует. То есть ожидания, вот глядя на машину снаружи, оправдываются, когда ты садишься и едешь. Полный привод автоматизирован, то есть не требует там каких-то специальных навыков от водителя или там остановки, чтобы его включить. То есть все автоматизировано, хочешь в моно, хочешь в полном приводе. Если что, он сам автомобиль тебя подстрахует, подхватит.